Всем привет и приветствую всех на самый добрый и самый адекватный канал на платформе YouTube. Друзья, после обновления, как добавили эту новую карту, все сталкиваются с одной проблемой. То есть мы не можем засейвить весь свой лут, потому что у нас есть лимит на постройку данных ящиков. То есть, чтобы вложить свои ящики и засейвить свой лут. Как можно это обойти? Как исправить? Первый вариант. Вам надо зайти в строительные базы. Сюда. И вот тут шкаф свой улучшаете. Как свой шкаф улучшили, потом вам надо склад улучшить. То есть каждое улучшение вам дает возможность положить сундук еще один. Но есть еще один вариант, которым я пользуюсь. Который я на своей базе для себя сделал. К примеру, вот это. Видите, только 5 ящиков у меня, да? На каждый ящик у нас 12 стейков, да? 12 квадратиков. То есть дополнительно 3 ящика мы получили. И таким образом мы можем и положить лут, и взять лут оттуда. То есть уже 5 ящиков. Заметьте, есть одна фишка. Я вначале не усмотрел это, когда вы ставите маленькую кабинку, вам можно только 5 ящиков положить. А когда у вас большая кабинка, тогда 6 ящиков и более. Пошлите, я вам сейчас уже продемонстрирую, как все, чтобы все бюджетно было, чтобы много ресурсов нам не понадобилось для крафта данного автомобиля. Смотрите. Чтобы скрафтить маленькую кабинку, надо 10 МВК, один корпус, 4 шестеренок и 6 листов. А чтобы большую, уже 12 МВК, один корпус, 5 шестеренок и 8 листов. Так, давайте сделаем с большой кабинкой. И посмотрим, сколько у нас выйдет все это. Ну что ж, я немножко видео ускорю. Итак, вот, собственно, мы построили саму тачку, то есть саму машину. Этим способом мы можем, так, если в каждой по 12, с данной тачкой мы можем как бы заменить два ящика, два больших ящика для ресурсов. Большой ящик хранения. То есть у нас 6 маленьких ящиков, как бы сказать, по 12 в каждом. Давайте сохраним вот этот чертеж наш. И все. Итак, давайте сейчас теперь и скрафтим. На крафт данного автомобиля сколько нам ресурсов надо? Так, 84 МК, 41 шестеренок, 480 металла, 28 листов. Ну, впрочем, я думаю, что мы можем его скрафтить сейчас. Сейчас у нас докрафтятся шестеренки и листы. Как это все скрафтим, затем мы приступим к крафту данного автомобиля. Так, сейчас будем крафтить и сам автомобиль. То есть саму эту тачку. Запомните, друзья, вот этот автомобиль
вы можете также использовать при латании дороги. То есть вы можете туда закинуть себе 4-5 тесаков. И вот по этой дороге можете проехаться полностью, можете сделать круг, а затем в конце приехать в трейд-зону и переработать то, что вам не надо. Таким образом, у вас будет машина для фарма тоже. Так, давайте поставим. Вот. Вот сам автомобиль. Вот, как вы видите, все нормально, все идеально. И таким образом мы получили еще два ящика. Так, вы спросите, зачем столько ресурсов тратить на автомобиль? Можно просто поднять шкаф уровень и таким образом получить эти сундуки. Знаете, вот, когда вы поднимаете шкаф, чем у вас больше шкаф, чем выше уровень вашего наполненного шкафа, тем сложнее вам убивать нашествие зомби, тем сложнее убить мстителя, тем сложнее убить танк. Поэтому я не считаю нужным, что надо обязательно наполненный шкаф поднимать. Чем у вас низкий уровень шкафа, я вам просто один совет дам. Смотрите, есть задание, в котором надо... Так, это... Нет, вот задание есть, где надо 50 раз убить мстителя, 50 раз танк, 50 раз вертолет, 50 раз нашествие зомби. Смотрите, у вас низкий уровень шкафа, да? Вам я советую сразу же делать нашествие зомби и выполнить данное задание. Просто, когда у вас низкий уровень шкафа, вы можете сразу же закончить это задание. Для меня это нашествие зомби сейчас сложно, потому что мне, чтобы убить зомби, надо трижды выстрелить с дробаша. То есть, сами судите, три выстрела лучше или один выстрел лучше. Поэтому и советую вам сначала завершить свои задания, и лишь только потом поднимать свой уровень шкафа. Это чисто мой совет вам. Ну, на этом на сегодня у нас все. Ждите еще новых выпусков, ждите новых видос. Не забываем поставить лайк и оставить в комментарии, как вам данная идея с этим крафтом транспорта. Всем добра, всем пока, с вами был Борз.